Цього року керівництво нашої держави начебто згадало про важливість будівництва повноцінного військово-морського флоту. Йдеться про радикальне оновлення корабельного складу протягом найближчих років. Обіцяють, що вже наступного року відновлять фінансування флагманського проєкту з будівництва новітнього корвета на Чорноморському суднобудівному заводі. Ми побували у доти засекречених від мас-медіа цехах, де будується корвет, восени минулого року, разом з керівниками області та радником глави держави, волонтером Юрієм Бірюковим. Хоча цього року Чорноморський суднобудівний завод фінансування для його виконання не отримував. Схоже, що тепер про нього згадали і в керівництві держави. Проєкт новітнього корабля для вітчизняних ВМС кілька років розробляло Миколаївське казенне підприємство «Дослідно-проєктний центр кораблебудування». Наприкінці 2007-го був оголошений результат конкурсу на реалізацію амбітної програми. Було видвинуто на продовження участвувати багатьом заводам в тендері поставки цього судна. В тендері участвували завод імені Штатна Комунара, завод «Залив», Керченський завод, завод «Океан» и Черноморский судостроительный завод. Выиграл по тем параметрам, которые были, тендер Черноморского судостроительного завода. Были подписаны контракты на строительство одного головного судна, корабля, значит, на Черноморском заводе. В проекте, понимая, зная, что это головной заказ, будут большие затраты, отработать как бы ошибки, убрать ошибки и строить 4. То есть серия должна быть из 4 судов. Здавалося б, процес пішов, але традиційне гальмо всіх добрих починань, брак коштів на тлі непевності державної волі зіграло роль і тут. Корпус корвета урочисто заклали за участі екс-президента Віктора Януковича у травні 2011 року. Після цього держава, за великим рахунком, відсторонилася від процесу. Фінансування надходило із затримками не в повному обсязі. Терміни здачі головного корабля неодноразово переносилися. Втім, як ми пересвідчилися, проєкт не в безнадійному стані. Практично зберігся корпус, відсутня державчина, відсутня якийсь там дефект, повністю живий реальний корпус корвет. Він спроєктований таким образом, що на сьогоднішній день його назначення, бойовий потенціал, бойова мощь судна, корабля дозволяє, значить, говорити про те, що в нього перспектива є, якщо доставити до кінця і поставити на баланс, на учет вооружених военно-морских сил Украины. Значит, для того, чтобы достроить, как всегда, нужно деньги. В данной ситуации, значит, на сегодняшний день закуплен 100% металл. Металл порезан, превращен в блоки. Блоки, если посчитать все блоки, которые есть, то они в целом составляют корпус с надстройкой, с якорными наделками, как единая структурная единица корабля. Но для того, чтобы соединить блоки, значит, нужно купить то техническое оборудование, которое входит, значит, до момента монтажа и стыковки блоков. В данной ситуации все полностью оборудование, которое необходимо по спецификации, как главный двигатель, как дизель-генераторы, как просто любое насыщение, оно заказано и частично проплачено, а некоторые даже уже изготовлено в странах Европы. Значит, в этой ситуации и приостановлено строительство корабля. Значит, по двум причинам. Первое – отсутствие финансирования, а второе – значит, отсутствие комплектующих, которые идут в начинку корпуса корабля. На данный момент работы по строительству корабля остановлены по причине отсутствия финансирования, отсутствия документации, отсутствия оборудования, которое должно монтироваться в блоке. Поэтому сейчас мы работы не выполняем на корвете. За основное оборудование и даже за часть вооружения уже сделана предоплата, то есть заключены контракты, выплачены авансы. Есть оборудование, за которое произведена полная оплата, и оно должно быть поставлено в ближайшее время. Проблема возникает в связи с тем, что за это оборудование, даже уже полностью оплачено, нам сейчас придется платить дополнительные суммы денег на растамаживание, на выплату НДС. И это создает определенные трудности в условиях отсутствия финансирования. Мы имеем в виду не только финансирование работ завода, а и финансирование закупки оборудования, финансирование проектной организации, которая разрабатывает документацию для корабля, финансирование контрагентов, которые привлекаются для выполнения работ. Поэтому это целый комплекс вопросов.
Вот мы не имеем в виду один завод. А что необходимо? Необходимо финансирование, необходимо принятие решения о том, будем мы строить этот корабль дальше. И, соответственно, от размера финансирования будут зависеть и сроки строительства корабля. Даже та сумма, которая фигурирует в контракте на строительство, уже на сегодняшний день требует определенных корректировок в большую сторону. В связи с тем, что за это время изменились и цены на материалы, стало дороже, или вернее, стала больше заработная плата, электроэнергия и остальные энергоносители. Поэтому требуется пересмотр общей суммы контракта в целом. А называть сейчас какие-то конкретные цифры, просто нет никакой возможности, это будет неправильно, но речь идет о миллиардах гривен. Проєктна вартість першого корабля кілька років тому складала до 300 мільйонів євро. Відповідні розрахунки в гривневому еквіваленті сьогодні, звісно, суттєво змінилися в бік зростання. При цьому, як наголосив і Юрій Бірюков, йдеться не про один корвет, а про серію. Что такое наша армия, все уже и так, в принципе, понимают. Там сложно какие-то военные тайны еще сохранять. А плачевность ситуации знают все. Плачевность ситуации особенно по военно-морскому флоту тоже, в принципе, по военно-морским силам знают все. Нужны корабли, нужно поднимать экономику. Тут все настолько все сплетено друг на друга, что, в принципе, ничего сейчас не мешает, за исключением отсутствия в достаточном объеме средств в самом бюджете, запустить вот эту всю махину. 5 корветов – это достаточно мощные силы в рамках Черноморского бассейна. Нам нужны эти корабли, нам нужно давать работу николаевцам, и нам нужно создавать качественно новую армию. Вот это все и надо начинать готовить к 2015 и последующим годам. Потому что да, в марте месяце из Крыма наших пацанов вывели. Потом в силу ситуации на Востоке, проблемы вообще военно-морских сил, они как-то так чуть-чуть отодвинулись на задний план. Ввиду Донбасского этого и Луганского конфликта. Но все равно наперед думать надо. Встречаете ли вы такое же понимание и осознание у президента, у министра обороны? Абсолютно. На их уровне, да, абсолютно. Тут дальше вопрос в деньгах, в бюджете, в бюрократии, во всем этом. Но это надо сейчас раскачивать просто. Понимание подразумевает не только осознание этого, может быть, а готовность выделять на это деньги. Готовность выделять деньги – это все-таки к премьер-министру. Это не к президенту и не к министру обороны. То есть, со стороны Министерства обороны мы очень денег сейчас хотим, ждем. И министерство сейчас готовит потребности на 2015 год. А дальше это все-таки к кабинету министров. Що ж до загальної ситуації на Чорноморському суднобудівному заводі, вона не надто райдужна. Звісно, нам би хотілося продовжити будівництво корабля. А в настоящее время, після всіх реорганізацій, на заводі працює приблизно 700 чоловік, які в настоящее время працюють на заказах судоремонту, працюють на заказах машиностроєння. Треба сказати, що в условиях нынешнего кризиса загрузка невелика. Поэтому проблема загрузки остается. Если бы действительно мы продолжали строить корвет, то, конечно, эти бы проблемы, они бы исчезли. Потому что на корвете загрузка не только для нас, но и для наших, тех, кто будет помогать нам, для наших контрагентов, различных подрядных организаций, то есть для всех, кто будет участвовать в строительстве корабля, а не только один завод. Как мы будем идти дальше? Со стороны администрации за подписью Мерик Вадима Ивановича будут подготовлены документы, которые будут направлены в адрес премьер-министра и президента. Конечное решение будет принято за президентом о дальнейшей судьбе этого корабля. Вынесут на бюджет, если в бюджете будет отдельная строка, и не нужно много расписывать, сколько нужно денег, а по деньгам есть два варианта. Законсервировать и не строить, или продолжать. То есть сумма денег может быть значительно маленькая, сумма денег будет значительно большая, сколько есть в государстве, в Министерстве обороны. Но пути решения этих задач со стороны и понимания Бирюкова, для меня является привлекательным. Почему? Потому что он уже сегодня видит и общается с военным атташе других государств, европейских государств,
которые знают и понимают, что нужно Украине помогать. И вот те комплектующие, главный двигатель и другие, их можно сегодня получить в виде лизинга долгосрочного, в виде кредита долгосрочного, или просто подарить те, которые незначительную сумму стоят, и отдать их, и окончательно принять решение достройки этого корабля. Я думаю, что перспектива у него есть, потому что в том состоянии, в котором находятся военно-вооруженные силы, морские силы Украины, в плачевном, новые боевые единицы, которые могут защитить рубежи нашей Украины, необходимы, нужны, и развивать судостроение, и в целом создавать новые рабочие места на территории Николаевской области, это очень эффективно.